Всем привет! В эфире «Модные персоны» на Первом городском. Меня зовут Денис Саландин, и сегодня нас всех ждет эксклюзивное интервью с группой «Рефлекс». Золотой состав Алена и Ирина сегодня в Калининграде. Долгожданный сюрприз, «Рефлекс» у нас. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, здравствуйте. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите, вы уходили, Ирина, или как дела обстоят? Мы очень рады, что вы именно в таком состоянии к нам приехали. Конечно, может быть, некрасиво по отношению к другим участникам. После записи сольного альбома в Америке, которая длилась 2 года, я приехала в Россию, у нас возникла идея дать для своих любимых, дорогих поклонников концерты, и мы вот в первоначальном виде, как родилась группа «Рефлекс», которая она получила 17 национальных премий, записали более 7 пластинок, дали несколько концертов и посыпались множественные письма с просьбой все оставить так же, как и было. Потому что мы ощутили, что любовь людей безгранична, и поэтому после долгих размышлений я пришла к выводу, что мне Бог даст силы совмещать и сольную карьеру, и в качестве лидера группы «Рефлекс». Алена, вы рады, что все так произошло? Конечно, конечно, я очень рада, потому что есть чему радоваться. У нас вышла практически совсем недавно новая песня и даже новый клип, поэтому кто и еще не успел... Сейчас буквально вы можете зайти на YouTube-канал Элло и посмотреть, как он бьет рекорды, и посмотреть эту замечательную медленную балладу «Я буду небом твоим». Я буду небом твоим. Я на самом деле не сомневаюсь, что бьет все рекорды, потому что действительно ваш золотой состав, мы его очень любим. И не поверили изначально, конечно, когда увидели афишу, думали, что это какой-то рекламный ход. Скажите, чем сегодня будете нас удивлять? Мы будем удивлять и песнями полюбившимися, которые прозвучат в новой обработке, потому что группа «Рефлекс» всегда была и есть на пике моды, популярности и звучание. Продолжать тот же образ, да, непростых отношений друг с другом на сцене. Ну, понятно, что вот, ну, вот тот вот скандальный. Знаете, что нам намекают? Знаете, вообще в нашей стране очень долгое время было небезопасно смотреть друг другу в глаза, как-то быть друг с другом близким. И поэтому все привыкли к какой-то такой подозрительности. Мне кажется, это надо менять, потому что все женщины, все сестры, все друг другу родные, поэтому очень странно, что вот наши какие-то такие теплые друг другу чувства и совершенно естественные наши объятия все воспринимают с каким-то сексуальным подтекстом. Были модные персоны на Первом городском. Но вы же знаете, только в нашей программе самые звездные гости. До встречи на следующей неделе.